Лидеры организации ДНР и ЛНР продолжают готовиться к местным выборам, которые не признает украинская власть. Ранее даты выборов все время колебались. Но на этой неделе и лидер ДНР Захарченко, и ЛНР Плотницкий одновременно установили дату на 6 ноября 2016 года. Теперь они готовятся к предварительным выборам – праймерис. Чаще всего такое предварительное голосование использовалось только в США. Лидер ДНР Захарченко заявил, что праймерис проводится в качестве тренировки перед выборами, которые предусмотрены Минскими соглашениями. А то, что сейчас происходит, это тренировка. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что проводя эти выборы, нам придется столкнуться с большим количеством международных наблюдателей, и, к сожалению, не все они будут идеологически разделять нашу идеологию, то есть они будут враждебными. Стоит отметить, что в данный момент ни один пункт из Минских соглашений не соблюдается. На Донбассе постоянно используется и фиксируется вооружение, которое по Минску должны были отвезти. Кроме этого, в оккупированной части Луганской области готовят специальную аккредитацию для иностранных журналистов, вместе с этим блокируя на оккупированных территориях Луганской области сайты, которые не разделяют политику ЛНР. Выявлено еще более 100 сайтов с вредоносной информацией, с информацией, которая публикуется с нарушениями законодательства республики. Сайты переданы на блокировку. Всего уже 316 иностранных интернет-ресурсов заблокировано на территории республики. По вашему поручению мы вводим единый порядок, единой пресс-карты журналиста ЛНР. Это то, о чем мы разговаривали. На сегодняшний момент в республике... Кроме того, извините, перебиваю, да. Вы же не забывайте, что у нас начинается праймери, стартует и все остальное, да. То есть, так сказать, учебные выборы, будем так говорить. Но в то же время это будет показывать весь ресурс республики. Поэтому думайте, кто будет и кого будете приглашать из зарубежных СМИ, аккредитацию, как это будет порядок проходить, чтобы у вас все было готово. В Донецке активно рекламируют лидера ДНР Захарченко и его организацию «Донецкая республика». Наши журналисты спросили у дончан, каких кандидатов на праймерис, которые проводит ДНР, они знают. Да я никого не знаю, никто, ни их, ну, досье, кто там женат, не женат, там, где работал, где учился, так, просто Захарченко и все. И как бы трудный вопрос, чтобы на него ответить, никто ж ничего не говорит. Ну, примерно. А так, то информации, ну, как вам сказать, где в таких вот людных местах всю информацию я не вижу пока. И то же самое я не вижу информации в интернете об этом. Больше информации, больше о тех людях, которые баллотируются, как говорится, собираются выдвигаться, все. Да, надо больше информации. Все. А так это так пока только на слуху. Не, мы вне политики. Да, мы не политики. Ну, это всем известные только, как говорится, люди все. А так... Ну как, то Захарченко, Мартынов, кто там еще? Основные знают, что еще надо знать. Потом мы по ходу разберемся. Да. Ну, самое главное у нас Захарченко, Пушилин. Рогов, в принципе, тоже постоянно на виду, на слуху. Ну, это так.